Очередной пожар, в котором погиб человек, произошел в минувший вторник в селе Берсеневка Лямбердского района. В 3 часа дня на улице Пролетарской загорелся жилой дом, в котором проживал 60-летний мужчина. Пожарных вызвал брат, который проживает по соседству. Он увидел, что дымится крыша. Он пытался самостоятельно вытащить своего брата, но из-за сильного задымления не смог войти в дом. После ликвидации открытого горения и разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тело 60-летнего мужчины. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Причиной пожара стала неосторожность при курении. В 8 часов вечера в Рузаевском селе Надеждинка произошло возгорание в доме по улице Садовая. 68-летняя хозяйка, инвалид второй группы, проживала в нем одна. Когда женщина не отвечала на звонки, обеспокоенные родственники решили проверить ее. Зайдя в дом, они увидели, что электрическая плитка упала на пол, отчего загорелся ковер и стал тлеть. Женщина лежала на полу. Самостоятельно потушив очаг возгорания, родственники вызвали скорую. С ожогами верхних дыхательных путей и бедра женщину доставили в больницу. Прикурили, походу, тогда? А это кадры пожара, который произошел вечером в День защитника Отечества. На стоянке у дома 104 по проспекту 70-летия октября в Саранске загорели сразу 2 автомобиля. Пожарные вроде быстро приехали. Обломки. Бак нам? Да пару раз хлопнуло. Да. Раза 3, наверное. Вот прикурили. Да. Может, замкнули. В результате пожара оказались повреждены 3 автомобиля на площади 6 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».